Я Кен Блок. В режиме гонки на первенство трасса разделена на участки. Лучшее время на отрезке приносит тебе очки. В состязании побеждает гонщик, который заработает больше всего очков.
Вот она. Я Кен Блок. В режиме гонки на первенство трасса разделена на участки. Лучшее время на отрезке приносит тебе очки. В состязании побеждает гонщик, который заработает больше всего очков. Спокойствие. Вот наши друзья.
дачник? Это было потрясающе. У меня есть целая куча новых раскрасок для тебя. Ты только что открыл кое-что особенное. В последней гонке никому не удалось даже приблизиться к тебе. Только взгляни на эти новые гонки, ты постепенно зарабатываешь себе имя.
притихли? Этого никто не ожидал. Yeah.
умеешь ездить. У меня есть целая куча новых раскрасок для тебя. Ты прямо неприкасаемый. Ого! Это было быстро. Тебе уже удалось побывать в разных частях мира и заработать приличную репутацию. А теперь, чтобы пробиться в высшую гоночную лигу, тебе нужно будет участвовать в мировых чемпионатах и побеждать. Тебе придется победить в отборочных соревнованиях, чтобы попасть на чемпионаты мира. Удачи тебе! Увидимся на месте! С вами. Все молчат уже черт знает сколько.
это был полный улет. Вот и Китай. Совершенно другой мир. Thank you.
было круто. Собирай вещи и присоединяйся ко мне. Что ж, в прошлый раз вам удалось оказаться на первом месте. Удастся ли это повторить? Невероятно! Тебе только что удалось открыть отличный новый набор раскрасок. Поздравляю! За победу в X-Games организаторы награждают тебя машиной для гонок преследования специальной подготовки. Фантастика!
Воу, просто здорово! Ты победитель азиатских X-Games! Дачник. Ты получил доступ к новым раскраскам. Ты только что открыл кое-что особенное. Последнее соревнование было твоим триумфом. Так держать!
Вот и самое главное событие. Американские X-Games. Сюда попадают только самые лучшие гонщики мира. Так что тебе придется показать себя. Теперь тебе доступны новые соревнования.